С 10 июня региональная палата предпринимателей начинает бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках программы «Бастау Бизнес». Оно продлится около 3 недель и может открыть дорогу к своему делу для нескольких сотен жителей Прииртышья. Данный курс будет включать в себя несколько направлений. По его окончании начинающие предприниматели будут полностью подкованы в финансовых, юридических и налоговых вопросах. На обучение допускаются безработные и самозанятые граждане. При этом наличие ИП на этом этапе не обязательно. Если же ИП имеется, то оно должно быть молодым, то есть быть зарегистрированным не ранее, чем 3 года назад. Обучение в связи с карантинными мерами будет в этом году проходиться в онлайн-режиме на платформе «Атамикен Академия». Для этого желающие необходимо обратиться в центр занятости для получения направления по соответствию целевой группе. С этим направлением уже можно регистрироваться либо онлайн, либо непосредственно в офисе палаты предпринимателей. Курс проводится бесплатно по нескольким модулям. К обучению рекомендуют подойти с максимальной ответственностью, ведь сертификат об успешном завершении позволит воплотить бизнес-идею в жизнь. Данных сертификатов у нас вообще 2 вида обучения. Один об участии, один о завершении. Те участники, которые успешно защитят свои бизнес-проекты, получат о завершении, что даст им возможность участвовать в кредитовании льготном под 6% и в получении грантового финансирования до 200 МРП. Организаторы рекомендуют поторопиться с подачей заявок. Количество мест ограничено. Ергали Рамазанулы, Даулет Кошкербаев, Ертас Ахпарат.